сколько еще ночей сна вы потеряете, бегая и жалуясь на свою жизнь? Перестаньте быть ленивым бездельником, полных отговорок, просиживающим время на горшке и придумывая все возможное оправдание тому, почему вы не побеждаете. Вы являетесь причиной того, что не побеждаете, того, что выглядите так, как выглядите, того, что вы безработны, того, почему ваше окружение такое бесполезное и негативное. Это выбор. Вы сами проложили свой путь в депрессию. Вы сами проложили свой путь к негативу и страданиям. Это все в вашей голове. Измените свое мышление, и это изменит вашу жизнь. Пора вам встать с вашего горшка, перестать жаловаться на то, что вы не в форме, при этом никогда не посещая спортзал. Перестаньте смотреть на свой живот, когда вы выходите из душа, и на свое тело, и жаловаться на то, как вы выглядите, поедая все, что вы видите, и при этом не посещать зал. Вам просто необходимо проснуться, вам просто нужно сломить этот дух негатива. Вы должны прорваться сквозь всю эту ерунду, которую вы тащите. Все хотят быть лучше. Все говорят о том, чтобы стать лучше. Но я скажу вам, это не происходит просто так. Хотите стать лучше? Вы хотите получить программу тренировок, сесть на чистую диету или начать новый бизнес? Хотите написать книгу или создать фильм, или построить дом, или создать компьютер, или приложение? Где вам необходимо начать? Начинайте прямо здесь. Когда вам необходимо начинать? Начинайте прямо сейчас. Вы инициируете действие, вы идете. Эта идея не осуществится сама собой. Эта книга сама себя не напишет. Эти веса в тренажерном зале сами себя не поднимут. Вы должны это сделать. И вы должны сделать это сейчас. Так что перестаньте думать об этом. Перестаньте мечтать об этом. Перестаньте исследовать каждый аспект и обсуждать все плюсы и минусы этого. Начните делать это. Сделайте первый шаг и воплотите все в жизнь. Здесь и сейчас. Это требует смелости, требует приверженности, дисциплины. Это все вам необходимо, и позвольте мне сказать, когда вы начнете, начнет происходить магия. Вы начнете двигаться вперед и достигнете этого. Вы начнете больше уважать себя, начнете вести себя по-другому и будете думать, что можете покорить весь гребаный мир. Но все начинается с честности. Спросите себя, как вы сами себя обманывали. Сознательно признайте, что вы лгали сами себе, и сделайте все, что в ваших силах, чтобы выйти и изменить это. Это сделать непросто, но я гарантирую вам, оно того стоит.